Перерыв окончен, и Барселона начинает с центра поля. Он уходит от опеки. Педри с мячом. Всего один перехват, зато какой. И на этом атака заканчивается. Иван Нилсон. Николас Делакрус. Атака продолжается. Уверенно идут вперед. Шикарный перехват. И атака заканчивается в штрафной. Слишком рано пошел пас, игрок не успел вернуться за линию офсайда. Обидно, что не хватило совсем чуть-чуть. В следующий раз нужно лучше оценивать ситуацию. Тренер Барселоны производит замену. К чему это приведет? Им удалось забрать мяч. Ворота все ближе. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Может забивать. Какой опасный удар.